Если вот так снимать, база, все красиво. Все обычно. Но также поинтересней, да, Котя-Котя? Также же поинтересней смотреть на Котю-Котю. Котя-Котя! Котенька! Ты куда пошел? А я знаю, куда пошел. Он пошел кушать, наверное. Сегодня 1 августа, и вот недавно приезжали подписчики. Блин, дай бог памяти. Кажется, с Тольятти. Спрашивали, почему я Котю-Котю давно не показывал. Да, Котя-Котя? Мяу-мяу. А ну-ка, что ты говоришь? Рассказывай. Ну? Сейчас мы его разговорим. Так, давай, котик, разговорим тебя. Вот подарочек тебе привезли. Котя. На, держи. Это тебе. Вот, время у нас уже. 3 часа. Вот так поинтересней. Дикий виноград тут заплетает так красиво. Вот здесь у нас кран питьевой воды. Вот такое красивое дерево. Акация у нас здесь. Красивые листочки, если подойти поближе, приглядеться. Подойти поближе, приглядеться, и вот смотрите, какая красота. Какие листочки интересные. Также вот такая обстановочка на 2:30 дня, вот, между Голубицкой и Пересыпью. Эта сторона у нас Голубицкая. Сейчас чуть-чуть увеличу. Водичка вроде бы нормальная, местами прозрачная. Медузка плавает одна, вон там еще одна. Такой сильной концентрации нету. Погодка. Вот сторона Пересыпь. Не пусто, все нормально. Нашествия медуз особо нету, но медузы есть. Небольшая концентрация, короче, можно увидеть их. И вот, в принципе, вот сюда бы можно было нырнуть. Тут три плавают, вот раз, два, три. И вот между ними можно и нырнуть. Так что вот такая-то обстановочка, погода. Все красиво. Всем привет. Сегодня среда, 2 августа, 7 часов вечера.
Вот, хочу показать вот этот угол базы, прикольный, чтобы палаточку поставить. И вечернее Азовское море, такое спокойненькое. Солнышко вот садится, вечер. Ветер легкий, сейчас температура воздуха 27 градусов тепла. Небо, погодка, красота. Сейчас сделаем фотографии вот этой красоты. Вот. Ну, медузы есть, сейчас подойдем. Посмотрим, насколько много. Хотя люди там нет-нет купаются вдалеке. Вечером, конечно, особая красота здесь, смотрите. Но я не дождусь, наверное, когда сильнее солнце сядет, потому что бегом домой. Блин, а здесь вот дофига выбросило медуз, прям катастрофа. Меня уже называют Серега беда. А это что, не беда, что ли? Дофига выбросило. Но их утром уже, наверное, не будет, они растают. А так пока беда. Ого! Сейчас поближе покажу. Водичка прозрачная, будет видно. Подойдем поближе. Водичка сегодня прозрачная. Ну, что-то к берегу прибило. Дофига прибило. Но они уже такие поломанные. Но много. Уже не целые. Уже поломанные, переполоманные. Но водичка, гляньте, прозрачная какая. А? Что будет завтра, я не знаю. Даже гарантии никакой не могу дать. Но водичка вообще прозрачная. Ну, там, может, дальше их и нету, кстати, медуз. Это вот партия какая-то прибилась. Такое безобразие. Но они тут все поломанные. А там дальше вон одна-две встречаются. Ну, не сильно много, но, может, дальше вообще нету. Может быть... Завтра будет нормально. Но сегодня такая прям катастрофа, я хочу сказать. Не очень прикольно. Ну, туда вдалеке кто-то заходит. Может, там дальше чуть меньше. Но, блин, а. О, какой ужас, да? Вообще кошмар. Ну, такое ощущение, как будто бы вот здесь дофига их поломанных много, очень много. А там дальше как будто бы поменьше. Блин, а? Да ё-моё, ладно. Красиво зато, да? Вот это огромнейшая, нифига себе. Гляньте. Ого, она может съесть, наверное. Кошмар. Ну, может быть, этот партия пройдет и нормально будет. Вот вчера буквально можно было смело купаться. Сегодня я бы не советовал. Пишут, если не умеете купаться с медузами, не купайтесь. Ну, блин, научите меня купаться. Ого! Или кто там говорил с голубиской блогер? Надо их, короче, это самое, выкидывать на берег. Вот, научили, наверное, кого-то выкидывать на берег. Вот это безобразие. И их больше не будет в воде. Ага, выкидали на берег вот тонну медуз. А что-то все равно медузы есть. Что там, блин, никто не справляется с выкидыванием, а? Короче, вот такая погода. Между Голубицкой и Пересыпью. 2 августа. Это день рождения у моей мамы. Царство Небесное. День ВДВ. И день, когда у Сереги появилась новая скважина. Вот оно. И вот на такой красоте, наверное, закончим. А нет, наверное, померить температуру моря или нет? А давайте померяем. Температура Азовского моря. Кошмар, а? Ну я вообще не могу. А там целенькая плавает. 26,6.
Так что как-то так, и всем пока.